В районе Гамарника, 18, завершается благоустройство тротуара. Дорогу к строящемуся жилому комплексу после ремонта планировали благоустроить раньше, однако застройщик не смог уложиться в срок. Здесь производятся работы по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ, которые проводились по ордеру по прокладке ливневой канализации к строящемуся объекту осенью прошлого года. Работы были завершены уже ближе к зиме, в связи с чем восстанавливать благоустройство сразу не получилось, потому что грунт не засыпанный, необходимо было, чтобы он просел, усел, и для того, чтобы потом грамотно положить асфальт. Сейчас работы по восстановлению благоустройства начались, работы проводит подрядчик. Благоустройство будет восстановлено в кратчайшие сроки. Пока проход перекрыт, чтобы обезопасить жителей. Ну, подрядчик в связи с тем, что задержал работы, обговорили с подрядчиком такой вопрос, что не только место производства земляных работ будет восстановлено благоустройство, но и немножко дальше захватят тротуар уже городской территории. Сейчас проход для пешеходов закрыт в целях безопасности жителей района. Выполняем работы по восстановлению благоустройства после проведения работ по прокладке ливневой канализации давно строящегося ЖК «Легенда». Работы начаты в понедельник, планируем закончить работы в конце недели. На данное время проход закрыт, дабы не было повреждений проходящих людей. Так как создали неловкую ситуацию для города, принято было решением представителя заказчика выполнить полностью благоустройство прохода от части входа КВД до примыкающей территории ЖК «Легенда». В данный момент на объекте происходит замена основания и восстановление асфальтобетонного покрытия. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.